Лот поменяй. Уже сменили на групповой. Какой каст шотает? Это не перезарядка. Это у него нет. Перезарядка. Зато этот откидывает, если что. У следующего есть, да? Он там стоит в проходе. Два синих не ваншотают. Так что их агрить не надо. Синий ваншотает, белый откидывает. Пора запомнить. Что, пистол куда съебался? А тут у меня такое чувство, что лут никогда не меняется. Падает один и тот же со всех боссов. Мобы ваншотают. Не бегаем по кресту. Сука, на чуть-чуть не зашел, найдет парни. Кто хочет вместо Виби поводить сферы на роботе? А кто их там, как их водить там? По кругу. Просто бегать. Я могу поводить. А там надо скорость чарку, нет? Кто потанчить трэш хочет? Помимо Димона. Если что, они тут ваншотают. Да я за стенку не успел уйти. Здесь нужен бафы второй киньте. Танк. У нас второй танк бафы, ФКшки. Так. Без предупреждения нахуй раз. А за что мне ГП дали? Здравствуйте. Чё АФКшишь каждый раз на трэше, блядь? Почему тебя нету возле трэша, блядь? Я написал то, что от... Ты каждый раз отходишь, блядь, на каждом трэше, нахуй. Сколько не знаете, блядь? Ну а чё, поссать нельзя, человек? Что, каждый, блядь, трэш, нахуй, или чё? Да. Может, не в порядке с мочевым, блядь. Ну зато, блядь, каким-то волшебным способом, нахуй, 100 ГП, блядь, вас излечивает от этого, да? Да так всегда было, ты не поверишь. Я сколько я такое видел. Ну прям тут сотни раз. Сотни раз. Кому там надо? Просто люди играют так на слабоне. Этого. Где Дживс? Мобов. Сзади, сзади. Контролим. Дим тут. Слева. Вот здесь вот есть. Крестик пуляйте, заведите в угол, блядь. Если чё, точнее, моб отбрасывает. А это, по-моему, другой, который откидывает, да? Контрольте. Этот откидывает, да. Мобов законтрольте, Локи, блядь. Ой, блядь. Сказал ждать и починиться. Пиздец. Спиной, точнее, блять, за спиной у моба не стойте, потому что сейчас сагрите. Как лис умер. Что моб такой? Моб не ваншотит. Контрзаряд. У него удары, по-моему, не блокируются, не парируются, ничего вообще не происходит. Просто херачит, и всё. Все, мобов, ведите с контролем. Не держите их в контроле, они бесполезны сами по себе. Зауешим. Следующих не пуляйте, дайте расписку.
Так. Тут два танка, да? Тут, да. Два ДКМ, столько мертв. Зоил есть на замене. Ромка уйти хочет. Где он написал, что хочет уйти? Че ты хочешь уйти? Мне нужно уйти. Кузнеца, контрольте. Проблема есть. Нужно. Ну, давай, уходи, Зоил тут. Напоминаю, блядь, за спиной у моба не стоит. Кузнецов, расконтрольте. Волтер связан с Шансунгом? Да. Да. То есть он один раз получил, не понял? Угу. Тут и Ледари значок в нем лежит, а не... А, вот там стрим, да? Да он писал тут плюсик. Каску бы микстур. Бля, и трэш. В обычку есть смысл ходить, собирать ебаные эти осколки. А тем, кто не собирает осколки? За шмотом ходить. Ну, если вы думаете, там, типа, вы будете сидеть на обычках, там, на замене, то... Я такое просто уберу и все, и не будет никаких замен. Сидеть, тебя фикашить, получать, фармить ЕП? Нет. Замена вот, в рейды, героические целка, КОП, КЗС, когда ты реально можешь пойти в рейд, вот как Зоил сейчас пошел, и продолжить вместо человека, который ушел. Но то, что вы думаете, будете фармить там на заменах, это просто не будет. Не сходив в рейд, не повешав КД, скорее всего, если вы не вешаете КД, просто не будет ИП, вот и все. Если вешаете, будет ИП. Я давно говорил, нахуй, надо, блядь, перевозить на ЕПГП стендбай взамен. Это что такое? Это ты пишешь РЛу в ПМ, блядь, команду, даже не надо в ПМ писать. Пишешь ли PGP Standby, то РЛ в этом рейтинге. Он тебе кидает на замену, пока ты не релогаешься, его не оффаешься. Когда дают ЕП, ты получаешь 75%, либо там каждое значение, которое будет выставляться. От общего ЕП. Давайте левых начинать. Двоих этих механиков контрольте. Твой крест, мой квадрат будет. Научи меня, как на них не сдохну. Зеленку прожимай. Первый крест убивай. Ты даже можешь сидеть. Написал команду, ты можешь выйти нахуй с игры. А когда ты сидишь в Дискорде и слышишь, что шанс будет начислять ЕП, просто в это время заходишь и пишешь эту ебучую команду. Все, проблем нету никаких. Да у кого-то же вот это в ЕПГП пишет. Если вы были на замене, напишите там что-то там. Кстати, вот может быть вы не знаете, но Лена очень в жизни совсем отличается от всех нас.
на совершенно другой человек. Одна из тех людей, кто лечит людей, она работает в медицине. Так что, как бы вы там не были крутыми в игре, то этот человек круче всех вас в реальной жизни. Поэтому хотя бы за это надо его уважать. Ты думаешь, если бы я ее не уважал, то я бы не сказал, как она хреново играет для бифичу? Нет. Я, к слову, может быть, кто-то не знает. А кто кем работает, кстати? Ну-ка, давайте посмотрим. Пидорасом на трассе подойдет? Плюс один. Ты мастер шо делает? Шо скажет, то и делает, блин. Вот Шейпер заводит... Сильно. Шейпер заводит на работе, где обтесывают камни. И у него там прямо на работе случился казус. Прилетел камень в ноутбук. Ебать, трагедия. Он прямо сейчас играет с камнем посреди ноутбука, прям посреди экрана. Не пизди, блин. Матрицу поменяли уже. Железного человека там в середине, где грудь, вот эта вот вставка была, это такая же теперь вставка. Пуляйте танкина. У него в ноутбуке незаменимая. Малек, спекнись, танк, на секунду. Малек, спекнись, я отойду. Присумоньте Зойла за это время. Поставили шкаф. Шкаф. Так, ну, так и быть, мой крест. Надо подождать. О, мой фюрер, да? Блядь, меня достал, твари, да? Вставай. Перезарядка. В стенку там. Смотри, Войт, а мы мало чего, блядь, не научили людей. Он, например, уже костель даже умеет, нахуй, не входить в бой, резать людей. Там, блядь, раздавака умеет уже разбивать косты, блядь, на шаркарях. Про Дэл Рейню... Начинает бить, напуливать? Начинает бить, а потом напуливает, блядь. Когда умирает. Я напуливаю в танка, который не танчит. Главное, что не в себя. Будешь умничать, тебя на пулю. Блин, шарписту, кто тебя просил напоминать ее? Она попросила сказать, что ты сказал. Ты ей не верь. Скажи, ты сама попросила. Да, ты сказал. Ну, она реально в чате сама попросила. Мне тут какие-то... Помните, я собирал тогда с пугами, какой-то Холли Пал говорил... Чтобы за класс быть осторожно, потому что у нас что-то с трех гильдий ливало. Я вообще не понял, что это за Холли Пал. Мне было похуй на него. И какой он гильдии был. Ставили? Тут рыба стоит, идите жрите. Тут рыба для бомжей, а тут стоит для нормальных людей. Давайте я вставлю рыбу. Пошел уже. Она закончилась просто. Поэтому для бомжей. Зай, сидите там, да. Фул ревап раздали. Виби у нас на сверках, потому что все остальные ракалы нас. Я тебе могу сказать, какой это Холли. Плохой. Да? Ник у него по жизни. По жизни. Причем. Я даже могу сказать, почему я из их гильдии. Потом расскажешь, но это похоже. Мне вообще посрать. Вообще похую, даже дверь открыта, да, мастер? Тебя вообще да, в жизни что-нибудь интересует? Все похую. Кто танчит босса? Сапрот. Микстурка и Винар. Микстурка. А кто сапроты будет пить у нас? Ну-ка, хп спонтрели, у кого там 22 тысячи?
Так, император, 31 тысяча. Умрет. На не умрет. 29 умрет. Хуите, блядь. Умрет. Зоил 27 умрет. Турбо 33 не умрет. Samsung 30 возможно, умрет. Да? Обмен, меня кинули за сопротивление. Кназум 35, вообще красава. Так, Чулан не умрет. Либи не умрет. Велики точно не умрет. Смотрим хило. 30. 32. Сопроты по квадрату. Всем хилам выпить сопрот. Обмен на сопрот. Недовелир. Кузнец, что ли? Молодец, давай сюда 10 камер. Лут твой. Еще сопроты кому? Сюда больше никому сопрот? Ну ты железками работаешь. Будешь кузнецом. Посрать, будешь кузнецом. Я тебе еще раз говорю. Чулан, Зоил, Турбо, император. А, тактика, ребята, забыли рассказать. Нажмите на босса левой кнопкой, под его ногами находится красный кружок. Когда будем бить босса, все будем стоять в этом красном кружке, из него нельзя выходить. Когда босс сдвигается, нужно Турбо двигаться играет. За ним. Не забывайте, вот и вся тактика. Хилы хилят. Турбо, император, император Турбо. Танки танчат. Ну сука. Ни Турбо, ни Императора, ни Оли уже нет. Заебали. Сейчас заебем. Ну кто-то из Дискорда окнулся. Оля. Вылетело походу. Я Оля, сейчас зайду. Кого бей, вы чё? Ой, блядь, я сейчас зайду и увижу, кто там написал, блядь, гоу-гоу-гоу. Бля, ещё не зашла. Виби, иди, иди, иди и бей босса, нахуй, Турбо поводит. Зашла. Биби, чё не хватает? Котятка, Биби готов? На полную в микстурку все. Император. Император. Все, давай, чё?
Пытаемся все бежать. Побежали все, все одной кучкой. Побежали. Не кастуйте, блядь, а бежите вместе с боссом. Веру. Малеке это сальво. Малеке это сальво. На пулы давайте, на меня, на Эвинар. Там Алики туда и писать. Кастель, ба... ой. Чулан, Берни, Оли. Пистобак лапку. На пулы вебинар. За боссом скрестили. Пентер босса. Дайте Еру маликет. Вибер оскол. Шаманы, дайте Еру маликет. Да, вижу. Нет. Никогда. Вот только появилось. У всех хп, блядь. Вибер оскол юзай. Походу придется, блядь, сейчас скидывать игру. Так, чулан, я сместил с окра. Ой, дай по мне вмешать. Повойду сальво, если есть. Император, скидывай агро, блядь, я тебе говорил, чем скидывай. На пулы, на микстурку даем и на Эвинар не забываем. На Эвинар на пул. Шансон, югай, юзай уход тень показай. Император, стопни или скидывай игру. Император, блять.
Юзай, ёбаное избивание кос. Давай по вмешалке дадим. Сразу внизу оказался. Ну чё, ладно, у меня когда вмешал? Сейчас. 9 секунд. Антон, сиди давай. Дайте фул на пол мистурку. Его нет вообще. Император, скидывай игру. У меня КД. По императору Сальва. Вебинар на пол. Бегро. Да, у него мешать. А мы шторки на полу. По войду надо, хоть что-то. Хорошо, бьем. Меня уже везде пыталось. А не, 7 секунд. Стопаем. В центре поставь босс. Вебинар далеко. Вебинар на полу. Минус 3. Сейчас видишь. Еще раз приготовьте вам. Еще вы. Давайте, добивайте быстрее. Что за штанишки, блядь? Хантовские, блядь. Все, или будем ластов пить? Я так уж не знаю. Ластра, пошли. В смысле ты на сегодня все? Я лучше отдохну. Никаких нахуй отдыха. Хант, маг, лок. Тут, блядь, привыкли нахуй только три босса бить, да? Потом ноги, какого хуя мы не убиваем ластов, блядь. Что, никому не надо воронка? Т5? Никому. Потому что они ты никому посмотри, не... Посмотри, кто там. Хант, маг, лок. Я ж тебе говорил. Сука. Это. Костель, сколько у тебя кусков? Второй будет, я первый уже открыл. Костель, Джованни. У тебя второй есть открыть? Да, я у тебя сейчас куплю три воронки.
Микстурка one shot. One hit. Там точно никаким луком не надо? У всех у вас есть этот Т5, да? Собирайте на этого, блядь. И на этого, и на того собирать. Конечно, огромный спрос, потому что их самый большой у нас в гильдии, блядь. Давайте патруль подождем, спуститесь вниз. Давай, где ты, Костель, там? Эвинар, забираешь череп. Ты Олену тактику нас-то знаешь? Я? Ну, я его убивала, но нет. Ну, тактики не знаю, да? Ну, типа, я просто бегала и хилила. Мне говорили, когда куда встать, и все. Отходим. Мы-то... Милики, отходим от этого. От Центриона ушли. Милики, играем по черепу. РДД можете играть по треугольнику. У тебя там воронки еще есть? Угу. А у тебя опять один кусок, да? ЗС. Два. Какие у тебя? Ну, перчи, сапоги. Какие сапоги? Ну, штаны, сапоги. Три знака Элидари. Ой, знак Элидари проебал, ёпта мать. Два нахуй знака, три знака. Нет, да вы прикалываетесь. Выкройка на. Скинь мне их, кстати. А, тебе? Ну ладно. Скидывай мне, у меня репа есть. Так, что ты микстуру покупаешь, тоже один кусок открываешь, да? Ну, да, да, открываю один. Да, хорошо. Мне еще одна воронка получается. У тебя сколько есть? Две уже есть. Угу. Малик, спекнись, пожалуйста, в танка. Я тоже. Ух, уже давно, блядь, мы не траили. Ласта забыл, вообще чё там, блядь. Ну, давай, танк. Единственное, что я помню, там есть какой-то моб, который кидает стан, и что, когда они четыре появятся после оружия, кто-то из РДД должен поутать посох и диспелить эту штуку. Всё, точка, больше ничего не знаю. Диспелить. Когда вот эти оружия появляются, то ты сможешь диспелить стан. Ну вот эту вот игрушку он кидает, когда тебя станет каждый там сколько там секунд. Вот. И этот посох позволяет диспелить эту штуку. Все, что я знаю. Но для хилов там есть другая пушка, которую нужно брать хилам. Это дробяшка. Она, короче, делает так, что цель, которую ты хилишь, по-моему, я точно не помню, у нее на 50% меньше по ней урона от огня и еще чего-то. Но это не точно. Огонь, больше ничего там нет. А, ну вот, значит, так. Это поэтому, как раз для танков. Поэтому тот посох лутали вроде только кто-то из РДД. Это как раз хили танков, которых бьют ну, которые танчат фениксов. Там всех хилить, там пушка 300 какого-то там левела, там, блядь, 1000 плюс СПД. Ты что? Там все хилы берут. Не, ну в смысле идеально. Осторожно, Центрионов, победите отсюда, моя пушка. Вот, а еще что я помню, что там тикали каст глыбы, когда босс кастует. Да.
потому что он может брюшотный. Я пойду пока этот спектр переделаю. Воет. Там же волки бичи. Воет. Что? Кому на распыло давай шмоточку? Я опять думал ее брать. Взял, ГП уже получил. А, да? Какую, какую? Жезл. Ну, жезл я забрал. Типа я спросил, никому не надо. Демонов, блять, разведите. А вы разве только двоих боссов убили? Троих. Где? ЗС? Мастеру отдай. Мастер 389 ГП, ему с ним 60 даст. Себе так говоришь? Окей, сейчас дадим, где мы не го, шарписту. Дать 389 ГП. Вы рядовой шутник, я погляжу. Неплохо. Резвите павших. Тут по танкам, я не помню, 3 надо, да? И чё мы? И фениксов мы вроде не бьём. 4, ты говоришь? На каждого... Да не, у нас 3 было. По-моему, 3 было, потому что там один босс бегает, который не танчится. Но один с топором, который он бегает просто. 3, по-моему, да. Ну вот, 3. Сколько там, сомалийские, 2 ДК. Можно им в 2, блядь. Но смысл? Если мы не убиваем фениксов. Потому что, как я смотрел в иллюжинов, иллюжины как делают? РДДшники сначала вливаются в феникса, милики играет по боссу. Только РДДшники убили феникса, милики сразу переключаются и убивают яйцо. Вот так по кругу. Так, ебан. Разведите нахуй мобов. Центурионов уведите. И маршала. Как чарка на руки называется? Кастер. Свиток наложения чар для перчаток. Сила заклинаний. Там 4 вроде. Инженерка. Да, это проблема один. Варовцы. Так, там пан есть. Шредер, надо слабых ДД поменять будет. Я вот думаю. О, Котлас, Бокус. Ну типа того. Ну, не знаю насчет Котласа. Больше Бокуса дают. А Котлас с нами уже трайл этого босса, нет? Не знаю. Бокуса, наверное. Насчет Филшер не знаю. Потому что, ну там пана точно надо брать. Ну Филшер, значит.
Шреддер. Фелшер. Фелшер идет, ну, на 12-13 месте. Ну, написал, что тактики не знаю. Тактики не знаю. А Шреддер вместо кого? Вокрус? Да. И царь где-то еще есть. Так что. Ну, меня тогда можно назвать. Ты не спеши на замену. Не, Галка, тебя не заменю. Ну, царя возьми. Галя, ты не заменю. Так, чё это? Ханта мега своего, это не возьмешь, мастер. Да не. Он еще раз, блядь. Сколько раз я уже говорил это, блядь, я не помню. Не. У него не закрыта ЦЛК 25 оп. Дело не в закрыто, не закрыто, он тактик не знает. Он даже тактик, блядь, не знает. У него 0 опыта, он только ПВП играл. Когда я увижу, что он соображает что-то, тогда можно будет подумать еще. Да не проблема его следующие эти самые взять, просто тактики объяснять нужно тогда, когда мы сами их знаем. Да, а мы сами их еще идеально тут не знаем. Ну, к тому же я на этом боссе не был. Типа, мне надо будет рассказывать, что тут вообще. Да, тут ничего сложного, бей мобов, которые бьют все и все. А, в принципе, легкая после... тактика. Мне нравится. Тактика, но я всегда... После бушек. После пушек, которых мы убьем, надо. А, блядь. Надо убивать нахуй. Которые мы пушки убиваем, там будут на полу валяться их трупы. С их трупов тебе нужно будет взять посох и одеть. И юзнуть. Надеть. Кто еще скажет? Сестра Лимона? Сестра Лимона, что ли? Он просто да ко мне доебался, вот и я тоже. У того аж пукан загорелся, он кричит «надеть». Как-то мой батя говорит всю жизнь, говорит, как там, что он гайки крутил или что он там говорил. Маршала уведите на. Надеть, говорит. У него ж пена изо рта была, ё-моё. Алиса, отведи, пожалуйста, чуть дальше его. Ты чуть Котласа не убила. Чё ты говоришь там, за сфера какая-то? А угроза, говорит. Какая сфера скелли, я чуть не вижу. Сфера квестовая. Извиняюсь. Чё-то там какая-то зеленая сфера. Или зеленая. Шея 277. 277. Где нормальная шея, только на милика. А чё, она с обычки падает? Или чё? Да. По идее должна падать. Она только отсюда, по-моему, падает. Ну там написано тир 11. Нет, падает, там 200, падает. Не знаю, зачем тогда ее сюда внесли в донат, если она не падает. Шея это 277, иначе она падает тут. Ну-ка, и что там за шея? Не, она падает тут. Крит меткость, РДД. У нас скеля падает. Крит хас, сила. Угу. Крит РП, ловкость. Дух с критом. Руло. Почему? Шеи говно. 9%. Да ну не скажи. Ее тестить надо. А что там тестить? Крит РП тестить, что ли? Да. Ну тест. Ставлю рыбу. Инканите хоть одну шею, где вы их нашли? Инканите, не да нафиг. Чё, царю написали или чё, он не придёт? Турбо, напиши царю, блядь.